Добрый день, уважаемые подписчики, рад вам приветствовать вас на своем канале «Видим все». Сегодня мы с вами продолжаем говорить о наиболее перспективных проектах и поговорим о таком проекте, как Goldma, или более детально, как он называется, Gold Mining Asset. Это оцифровка золотых активов, то есть первый в Африке криптовалютный маркер для непосредственно золота добычи. На данный момент проходит ICO данного проекта, то есть в общем уже продано токенов на более чем 8 миллионов долларов. Это довольно-таки хороший серьезный показатель, который говорит о том, что интерес у этого проекта есть, к нему проявляют интерес, токены приобретают, и это очень-очень хороший показатель. Общее количество токенов составляет 730 миллионов 300 тысяч. За один токен на GMA вы платите 13 центов. Минимальная транзакция 1/10 эфириума, минимальная цель софткап это 12,5 тысяч эфириумов, а хардкап 175 тысяч эфириумов. То есть приватный ICO начинался еще 23 апреля 2018 года. Предварительные частные контракты закончились 30 апреля. Далее запуски ICO, и то есть основной запуск прошел 12 июля и завершается распродажа непосредственно 12 октября. Для оплаты принимается биткоин, эфириум, лоткоин, биткоин кэш, зкэш и вейвс. Все нерастроенные токены будут сожжены, то есть это будет поддерживать стоимость на токен, что довольно-таки хорошо. У рейтинга довольно хорошие рейтинги, у проекта довольно хорошие рейтинги. На ICO Bench оценка 4,7 из 5. На ICO Marks 8 из 10, на трек ICO 4,6 из 5 и на по ICO 4,7 из 5. То есть здесь вы можете посмотреть, как это работает. Здесь представлено некое такое вводное видео по данному проекту по Goldma. То есть можете ознакомиться с информацией о том, как это будет работать, как это будет представлено в настоящем виде и так далее. То есть, здесь вся информация об этом представлена. Далее, о чем также хочется поговорить, это токен локейшн, это распределение токенов непосредственно. Для ICO выделено 51%, при ICO 25,5%, early investors 20,5% и bounty advisor 3,1%. Непосредственно распределение средств будет происходить следующим образом. На эквипмент 45,2%, консалтинг 12,3%, административные расходы 3%, покупка золота 4,4%, разработки 18,4% и резервный фонд 16,6%. Здесь также представлена дорожная карта, то есть можете посмотреть главное развитие данного проекта, как он будет развиваться в дальнейшем, какие планы вплоть до второго квартала 2019 года. Ну и также можете посмотреть, как это работает, то есть добыча золота, золото кладется в банк, банк дает кэш, вы используете кэш для покупки эфириума и дальше уже получаете профит. Здесь представлена также команда, то есть можете посмотреть, что она из себя представляет, получить у них информацию, с кем они являются, каким опытом обладают и так далее. Ну, то же самое по адвайзерам проекта, вся информация о них также здесь представлена, то есть можете посмотреть, кем они являются. Ну и, конечно же, обязательно ознакомьтесь с whitepaper'ом проекта. Whitepaper — это так называемая белая бумага, в которой представлена вся информация по этому проекту. Видите, она скачивается. После того, как скачаете ее, далее уже открываете и непосредственно ознакомляетесь с этим документом. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Всего доброго, удачных вам инвестиций и до новых встреч.